Известная телезвезда Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм сообщила, что библиотека Конгресса США отныне будет использовать термин «геноцид армян». Ранее имеющиеся там книги, различные источники были представлены под заголовком «Армянские погромы». 21 октября Кардашьян отметила свое 40-летие и назвала это известие лучшим подарком. Об этом знаменательном факте стало известно почти через год после признания Палатой представителей Конгресса США геноцида, в особенности в контексте разрушительного нападения на армян в Арцахе, отметила она. Теледива поблагодарила сотрудников библиотеки и членов Конгресса, а также Армянский национальный комитет за последовательную работу по защите интересов армян. «Давайте молиться вместе в эти сложные времена за мужчин, женщин и детей, пострадавших от войны. Мы — единая глобальная армянская нация», — написала Кардашьян.